Васильки и вышиванки для молодых мам. Подарки с национальными символами вручили сегодня в третьей столичной больнице. Национальный символ – своеобразный оберег для семьи. Молодые родители отметили, это еще и очень стильный подарок. Такая акция сейчас проходит в каждом регионе страны. В Беларуси стартовал и конкурс на лучшее фото в одежде с национальными узорами. Победителя назовут в день вышиванки 2 июля.